Вот делюсь маленькими придумками. Также интернет полон всего. Вот. Можно вот так сделать, вот так. Взять, допустим, подлиннее. Где тут взять? Вот такого варианта, допустим. Взять вот так вот, допустим, как-то. И упор вот сюда, либо наоборот. Там как-то вот так. Ну, не важно. То есть, чтобы не сверлить лишние дырки или как. Нету других вариантов. Что можно сделать? Взять и вот так прибить. Допустим. Опять же, туда можно вот подвес какой-то подвесить и с него тоже работать. Ну, руками рукой снимать и работать невозможно. Сейчас я покажу. Такой вариант. Это здесь может быть, здесь может быть. Вот, опять, если удобно и нужно сюда. А то надо сверлить отверстие где-нибудь здесь и вот так вешать подвес. А так можно, в принципе, даже ничего не сверлить, а вот сюда уже ставить упор. И вот так, опять же, под этот упор, если надо, можно еще что-то подложить. Либо так, там, либо как-то. Вот, ну, не суть, это, так сказать, один из моментов, но... Люди делятся, я считаю, нужно тоже поделиться. Вот, вот такой вот можно выход из положения изобрести. Вот. Это кваться, допустим, некуда. Тут вот много всякого хлама у меня, как бы. Но весь этот хлам когда-то, вот, служит хорошей службой. Вот, самоделок тут много. Когда-то для чего-то надо было. Взял, сделал. Либо вот такой вот вариант. Тоже здесь прокат. Поставить вот сюда. И вот отсюда есть заход. Чтобы поковырять крючком там что-то вот здесь. Это было сделано для ремонта копейки там. Тройки, шестерки, ну и так далее. Вот такой Жигулей классики. Сзади на багажник вот так ставятся. И вот этот верхний пирожочек, я так называю пирожочек, на крыльях можно было подправлять. Ну, не играться. Сразу берем соответствующие крючки, где мы можем спокойно доставать по длине. И то это даже коротковат. Вот. Где-то на одну четверть, на одну треть, до половины еще как-то можно нормально работать. Вот. А когда крючок залазит, скажем, чуть ли не по самую ручку, им работать можно только на скручивание. А на давление уже и не поработает. Или это неаккуратно, неэффективно. Ну вот, собственно, и все, что я хотел показать. Кому может это понадобиться. Все, всем спасибо, пока-пока.